боязнь того, что мы будем больше зависеть от России, при том, что Россия никаким образом не исполняет тех ожиданий, которые в Армении есть, она превращается в общественных дискуссиях в разговоры о союзном государстве. К реальным потребностям России по поводу большей зависимости от Армении от России, это не имеет отношения. Во-первых, Армения достаточно сильно зависит от России уже сейчас, повторюсь. А во-вторых, если России понадобится что-то делать, то зачем ей примыкание к этой формулировке, не очень понятно.